Привет! Итак, заходим. Заходим, я сказала! Так, ой, упсик. Ну ладно. Да, это новый версия Майнкрафт. Давай, давай, толстая. И... ну давай, глупая. Тупая толстуха. А вот я поняла. Что надо что-то менять? Дырка мне легче заходится. Ну, знаете, там такая дырка-то летит, просто дылися. А я не хочу дылися. А что оно не закрывается теперь? Ой, зато так лучше. Я гений. Поспим. Проснулись, и это новый день. Блин, так неприлично. Это уже третья серия по Майнкрафту, но не про выживание. Я хочу уйти. Так. Давайте поиграем в выживание. Новый мир. Вызывание. Ну ладно, чтобы вам было поинтереснее, реклама. Я хочу, чтобы вам было поинтереснее. Да, это я. Ой, мы опять не знаю, где появились. Ай! Ну что? Это ну, мама. Мама, это ну, мама. Мама, это ну. Это реально было страшно. Да. Вот так давай. Вот так. Осторожно. Осторожно. И тут я увидела это. Мы идем. Нет, было, нет. Счастливо, сайкранцы. Я знал, что на тебя можно положиться, сынок. Ты спас замок. Мы спасли замок. Я крутая, ёлочки. Тики-бамбони, тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Тики-влюблёни. Тики-бамбони, это не кафе. Это вредная овца. А необычная овца. А где была Анина? Короче, у нас, не знаю, чё, какой-то апокалипсис. Ну ладно. Я вот помню, я со своим другом Игорем, кто у меня есть друг Игорь, играла в этой... О, как мило, в этой же игру. И у него был таки бамбуни апокалипсис. Он в такой сидел комнатке. Вся та комнатка была забита овцами. О, какая милая щемелька, не буду их убивать. Убивать не хочешь. И тебе не видан страх. О, маленький цыпленок, ты потерялся, маленький, ми-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 ми. Ой, а вот это уже можно пить. Мне кажется, я там вижу курицу с
Цыпленок, придем, это твоя мама или кто это? Твой папа. Да, это он. Да. Привет. Если бы это было как-то Майнкрафт без убийств, я бы там реально проиграла. Кролики! Давайте убьем одного кролика. Они сами умирают. Идиоты эти маленькие кактусы. Ай! Ай! Это было больно. Пещера! Кролик, я с тобой. Кролик, я не с тобой. Убегаем с кроликом. Мы с кроликом оба испугались. Ой, я сейчас буду с закрытыми глазами. Все, я закрыла глаза в реальной жизни. Я в реальной жизни закрыла глаза. Что это? Все это реально. Вот сюда. Все это, я не вижу. Это разбойник, он меня бьет! Он меня бьет! Это разбойник! Кто это? Я реально не вижу. А, вы умерли. Я гений. Ладно, придем туда за своими вещами. А как я плела? Вот так все было. Сначала я вот так пошла, потом вот сюда, потом как-то вот так поплыла. Потом побегала, нашла овечек. Нашла это семейство, нашла эту семейку. А потом я пошла, по-моему, куда-то. Туда, в ту сторону я плыла, по-моему. Опять-то семейка. Семейка куриц! А мы к нему не летать. Всё, я устала. Опа. По-моему, я реально так плела. По-моему, не так. Ну, не так зовите. Если хотите продолжение, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, хорошие только. А мы скоро закончим. Да, по-моему, именно так несла. Главное всех потом кроликов найти. Что такое? О, завтрак! День начался неплохо. Это уже предельная скорость, пришелец. Быстрее лететь не получится. О, опять семейство овечек. Я кругами иду. Да, я кругами иду. Именно. Что-то случилось, раз Мистерио боятся, что на этот раз им удастся. Овечка, я в это не верю. Ой, у меня еще не было черной сети за все это видео. Потому что я увидел черную овечку, но меня убивают. Просто она была папой в той семье. Ладно. Вот
Вот что поможет им захватить затерянный мир. Эти обезьяны очень большие. Что будем делать? Это просто животные, пусть и огромные. Я воспользуюсь заклинанием, укрощающим единорогов. Умри. Большой кот, маленький, лучше. Умри, тварь. Ай. А я тону, мы тонем. Не помогите, я спасу. Я спасу. Я ведь убила, я тупая. Я цветочек взяла, я тону. Ребята, зовем. Ай, мамочка родная. Давай лучше умрем. Вот я поставлю вещи, которые я взяла. Все, Марина не умеет быть. Мы вот так умираем. Ты хочешь пойти потанцевать с остальными? Я не знал, что тут вечеринка. Закончим на такой плейлистной ноте.